Полное описание и точная дата выхода третьей серии нового турецкого сериала «Разведка». Третья серия сериала выйдет в эфир 21 марта. В новой серии мы увидим, как Сердару пришлось пережить большой удар, так как он не мог поверить в предательство Джерен. После авиакатастрофы все члены экипажа были признаны погибшими. Мете оказывает поддержки пострадавшим семьям. Теперь каждый из членов команды не может поддерживать связь со своими близкими. Иногда они задумываются в правильности такого принятого решения. Но Сердару приходится и дальше поддерживать отношения с Джерен. Этого захотел Мете. И он не может оспаривать приказов. За Джерен было устроено круглосуточное наблюдение. Сердар после полученной информации вынужден был сделать сложный выбор между своим гневом и обязанностями. Команде было поручено новое задание, согласно которому им необходимо выследить Паскаля. Становится известно о том, что этот человек планирует сбежать за границу. Команде необходимо будет приступить к выполнению своей первой и немаловажной операции. Зихра получила приказ собрать всю команду, так как утром им предстоит отправиться в Берлин. Место лидера команды займет Сердар. Как только команда окажется на месте, то у них есть 36 часов на выполнение задания. Необходимо задержать Паскаля для того, чтобы можно было выйти на главную структуру, находящуюся позади него. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 21 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.